снова всем привет, ребята, очередная подсказка с Китая от компании Blackview А90. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то интересно. Здесь NTK Helio P60, экранчик 6,4, 4 гигабайта оперативки, 64 с постоянной, аккумулятор 4, считай, что 300. Но в целом все, в целом, ну, здесь классно. Самое, что интересное, что указано здесь, камера такая же используется, что и в пикселях четвертых, ребят. И в теории в картинка окажется изумительнейшая. Так, извините, цена теперь $130 идет. В конечном, ну, в действительности я покупал за 114. Я считаю, что в целом, ну, цена, учитывающий дизайн, все полностью вполне окей. Ну, вскрываем и смотрим, чтобы глянуть, знаете, что к чему. А то иногда бывает первое впечатление, что все классно, в конечном итоге все испорчено. Так, указано в компании, упаковку, знаете, в компании вот не изменяет уже вот сколько еще лет. Указано по экранчику, надеюсь, что вы все видите по памяти, по аккумулятору и по камерам. Есть, вскрываем пломбы сразу. Ну, знаете, сделали типа в цивилизацию. Но я не думаю, что, знаете, кому-то окажется интересно вскрывать такие все-таки в телефон. Так, черненький в теории у меня, кажется, да? Да. В чем плюс, что в чехле идет, пока в сторонку. Что в комплектации? Скрепочка, я надеюсь, что вы увидите. Есть, открываем, интереснейшая инструкция, в которую я не думаю, что кто-то читать будет. В питание. В чем плюс, что используется USB-C. Тут классно. И в питание в пятерка и в 2 ампера. Ну, честно, печалька. Так, смотрите, чехольчик из силикона по качеству, кстати, что классный и идет. И в чем прикол? Опа, вот чтобы вы увидели, да? Вот знаете, в компании, сделав толковую идею, вот именно чисто черненький, и чтобы вы увидели, какой еще оказывается, что в цветах. Смотрите, чтобы по камерам, я надеюсь, что вы их увидите, сбоку сканер у нас идет, кнопочка включения, кнопки громкости. Тут динамик идет, в питание есть сим-карты и оказалось еще и с микрофоном. В чехле, вот, чтобы вы что увидели вот в синеньком, смотрите, специально втыкнул вот так, что в целом все смотрится и красиво, и стильно. Спинка из-за того, что знаете, что глянцевая и пластиковая, то и пачкается все по полной. Я так думаю, что в камере вот вы увидите и из конкурентов, чтобы глянули вот именно в такой степени. Он в целом компактный, аккуратный, но крупный. Вот я не знаю, вот здесь вот ты держишь, что комфортно, а он чувствуется, я не знаю, что и по толщине, и все полностью, что вот не так. Включается, если захотели, сканером. Так, ты включаешь или нет? Включился, и еще раз. Включился, и захотели, включается еще так. Опачки, что думаю, что все увидели, что в целом и сканирование что лица включается. И я надеюсь, что за компанию, что все увидели, что у телефона оказался еще индикатор. Шторочку спускаем, чтобы увидели. Здесь у нас все аккуратно и красиво. В чем плюс у телефона еще вот есть функция оплаты с помощью телефона. Включаем, чтобы глянуть, что диктофон оказался ли у нас или нет. Раз и смотрим. Ну, я так думаю, что, знаете, вот и с чистым с андроидом, естественно же, вот оказалось, что вот нет. По экранчику, чтобы что все глянули, сюда включаем экран, ребят. Раз, включили. Если захотели, что включается автоматическое изменение, но лучше вот я выключаю его и включаю по минимуму в темно и по максимуму. Не, ну в целом, вот знаете, вот экран, я вам скажу, что и красивый, и яркий, и хотелось бы, чтобы примахаться, но в целом, что вполне, что все терпимо. И читаемость оказалась еще вот, что на улице, что вполне, что классно. Звук, чтобы глянули, что у нас со звучанием идет. Вот смотрите, вот единственное, что из пунктов, вот я включил, у нас есть, что громкость, еще динамика, что побольше делается, и качество, что в теории 3,5 изменяется. Но в 3,5 у телефона что-то не оказалось, то вот я так и не понял, что где изменяется что качество звучания. Все-таки включаем звук, только знаете, как лучше сделаем. Сюда ищем аудио. Раз, неизвестно, не здесь. Сюда есть ЕС. Ага. Ну ищи.
И включаем звучание. Извините, вот ребята иногда будут. Не, ну в целом, вы знаете, по громкости вполне окей. Еще просто для спортивного интереса, чтобы вы услышали, как оно включается, что-то из музыки включим. Но в целом вполне терпимо, вы услышите, ну, скажем, громкость динамика, что в любых ситуациях тут окажется вполне комфортно. Включим для спортивного интереса еще ютубчик, чтобы вы увидели вообще, вот как оно включается и сможет ли включиться нормальная картинка и 60 FPS-ками. Знаете, за что я акцентирую, я сталкивался с некоторыми телефонами, где ты включаешь в такое изображение и в конечном итоге, скажем, отказывается включать и притормаживает. Вот видите, что вплоть до 4K у нас есть. Вот, что включим, чтобы еще лучше в картинка шла. Вот единственное, что я не знаю, телефон и интернет ли что включит, и кажется, все ли комфортно. Но экранчик, что в целом вот, вполне что классный. Вот знаете, вот если учитывая с покафонами, что стоимость там вкусается в конкретно, и вот здесь, ну, телефон копейки стоит, то в целом вполне терпимо. Так, думаю, по экранчику все увидели, что у нас еще тут в целом все классно идет. Так, единственное, как отключается, я надеюсь, что все увидели, что все-таки, вот видите, я не знаю, или за систему, или за чего, но вот ты используешь его и телефон, сказать, чтобы комфортно и плавно пользоваться им, то вот не получается. Так, ну что, включаем информацию, что у нас указано. Так, я надеюсь, что вы увидите, экранчик указан и процессор. Ну что, память, что DDR используется старенькая еще. Вот я бы что думал, что все-таки DDR 4X, но вот нет, компания сэкономила тут. Так, по процессору, я надеюсь, что вы что все увидели. Система все увидели, по экранчику, я думаю, что тем более. И с памятью все увидели, и с камерами. Вот видите, что вот я сказал, что, ну, что в теории, что по камерам, и, ну, что здесь все классно. Синтетика что указала? Что включаем и смотрим циферку. Ребятки, 1, 2, 3, 4, па-бам-па-бам. Так, включим, чтобы глянули вот все для интереса. И тест и с тротлингом, вот я не знаю, узнаете, из-за чего вообще случилось такая ситуация, но что полная что печалька. Но вы учитываете, что я только включил его, и знаете, и со старта же, что все тесты, ну так, чуть-чуть включил по минимуму, и из этого изначально, то, естественно же, что притормаживать телефончик, что будет. Все-таки спутники включаем, чтобы глянуть, что включится или нет. Знаете, в целом MTK, ну что MTK, то иногда притормаживали, но вдруг чудо, и споймала, и сигнал у нас, ну что, вполне еще и классно идет. Есть. А что же у нас и с датчиками? Секунду ждем. 1, 2, 3, 4, 5. Включились. Ох, ничего себе. Оказался и гироскоп у нас еще. Ага, прикиньте, да? Есть и такой датчик у нас. Тут есть, включается, срабатывает. Тем более, есть. Есть, есть. Включается и компас. Ну и компас включается. В целом, вот знаете, вот если еще и с датчиками все классно, то уже с чуточку поинтересней. Включим все-таки для спортивного интереса еще что-то из интернета, чтобы вы увидели, ну, в конечном итоге, вот как скорость включения. Есть. Все, да. Я не думаю, что, знаете, с телефонным интернетом все будет что быстро, но я считаю, что стоит попробовать. Black VF A 90. Ну, извините, вот так в спешке взял Black исправить. Раз, Black. Блин, знаете, вот если ты впишешь
для камеры, то, конечно, сказать, что комфортно, то вот не получается. Вот включилось, я думаю, сейчас у нас и телефон оказался, и скорость вот включения и загрузки страницы, чтобы глянули. Вот видите, с какой скоростью включается, загружается. В целом, вполне терпимо для интернета, для фильмов и для всего. С игрушками испытаем, естественно же, чуть-чуть попозже его. Самое, что интересное, снова акцентировал, что здесь, что в телефоне, что камера. Включаем и смотрите, у нас включается из 12 с пикселями. Вот если так включается, то уже, конечно же, похуже. Так, интересного больше вы вот ничего не увидите. Будем испытывать из камеры, что сломалось у меня. Опа. Кстати, знаете, что видел? Вот здесь именно по фокусу, что думает из близкой, из дистанции, он думает, что долго и сильно долго. Но в целом, ну так себе. Вполне терпимо. Знаете, сказать честно, я думал, что все-таки окажется покруче. Из видео у нас пишется по качеству. Вот я надеюсь, что вы увидели. И плюс еще включается стабилизация. Вот смотрите, потому что пункт у нас есть из видео. Здесь включаем, стабилизация включается. И в теории окажется и картинка, и красивая, и плавная. Ну, секунду. И снова всем привет, ребят. Вы на канале «Азыки с Китаем». Мы испытываем телефон от компании «Blackview». А90, но единственное, что знаете, вот я увидел, что все-таки автофокус, что включается и думает здесь, что долго и сильно долго. Стоп. Включаем. Сюда. Раз. Ребята, на канале Азыки с Китаем. Мы испытываем телефон от компании Blackview. А90, но единственное, что знаете, вот я увидел, что все-таки автофокус, что включается и... Стабилизация вполне... Здесь классно идет, но все-таки вот именно по автофокусу притормаживает чуть-чуть, и к такому уже привыкнуть. И еще придется, если захотели, у нас включается и съемка в темноте, но вот думает, я надеюсь, что все увидели, что долго. Вот есть функция красивого лица, и включается, естественно же, и прошка в черно-белой, и, естественно же, и с портретом. Испытываем с кем? И с гномиком. Секунду, ребят, чтобы глянуть так. Ты у нас есть, друг мой прелестный? Раз, и ждем. Так, ты включаешь, и 4 секундочки он думает в конечном итоге, и смотрим. Не, ну в целом еще вполне терпимо. Вот честно, для камеры с 12 пикселями, то еще вполне все окей. Я думал, что все-таки похуже будет. Но учитывая, знаете, кто пользовался пикселями и попробовал, то здесь по качеству отличается по полной. Здесь у нас что идет из селфи. Я надеюсь, что вы увидите, что с пикселями есть так и так. И глянем стандартную из портрета. Раз. Больше в портрет есть. Есть, ну что, включаешь, и он все-таки изначально чуть-чуть что долговато отдумает. И смотрите, включаем и с портретом. Но в целом, знаете, в чем плюс, что вот я оказался с целыми ушами еще. И смотрите, и здесь, что в целом исправился вполне терпимо. Вы учитываете, что, вот, что был у меня в Кубот X50, где камера 32 пикселя, что была, и там изображение, что похуже было. Вот в чем плюс, вот знаете, для компании, что указали, вот сколько что пикселей вот есть, вот столько, ну что в действительности тут, ну что по камере, и хотелось бы примахаться, но в целом вполне терпимо. Из видео, если захотели, включается стабилизация, и так, и включаем, и смотрим. И снова всем привет, ребят, вы на канале Азыки с Китая, мы испытываем телефон от компании Blackview А90, чтобы вы увидели, что у нас с изображением, изменяется или нет. Ну, знаете, вот в чем прикол, вот ты смотришь, и такое вот чувство, вот что здесь, что камера идет в тютельку, что у пикселя, вот именно, что качество вот такое идет, ну, что первое впечатление, и просто чтобы вы увидели. На канале Азыки с Китая мы испытываем телефон от компании BFU. И стабилизация у нас есть даже. Чтобы вы увидели, что у нас с изображением, изменяется или нет. Ну, знаете, вот в чем прикол. И снова всем привет, ребят, вы на канале Азыки с Китаем. По звуку и по всему, в целом, пока уже первое впечатление
классно идет сканер, включается и срабатывает вполне терпимо. Захотели, у нас есть и сканер еще от лица. Единственное, что, честно, печалька, спинка глянцевая и пачкается идет. Знаете, я изначально думал, что сделать примеры и фото и видео в конце, но все-таки я считаю, что телефончик вполне интересный и лучше будет попользоваться им еще для спортивного интереса установить что G-Cam и попробовать все-таки пофоткать, потому что вдруг окажется поинтереснее. По игрушкам сделаем специально игровой тест, чтобы поиздеваться из него. Я считаю, что телефончик что в целом 100% покруче, чем Yumi Digi, что у меня был, тем более, что стоимость их тютельку. Что да, тут корпус из пластика идет, но какая разница, что все телефоны в конечном итоге в чехле ничего не изменит. Так, ребята, извините, что долго было, скучно и неинтересно, но я считаю, что, останавливаться и рассказывать еще что-то, то будет лишним. Всем спасибо, пока.